Привет, Лёвка. Привет, Жони. Смотри, какой я тебе чемодан с машинками еще принес. Там бахода. Давай смотреть. Вау, смотри, какая. Да. Это знаешь, что за машина? Это Синсюя. Как? Синсюя. Это что за такая машина? Синсюя. Шершуля? Да. Это как в мультике Лунтик, да, что ли? Да, Шершуля. Нет. Это есть такая я. У моего брата. Вот я еще нашел. Какую? Ой, это какая-то прям старая модель. Да. А что она вся побитая у тебя? Не знаю. Ты она в каких таких гонках участвовала? С кем она гонялась? Ну, не знаю. Ну, откуда я знаю? Ну ты даешь. Давай ставь их на стоянку. Ой, это Джексон Шторм. Он гонялся вместе с Маквином. Да. Крутой, да? Да. Нравится он тебе? Нравится. А что ты такой грустный, Лёва? Да я пью что. Устал, что ли? Не, не устал. А это крутой полицейский джип. Да, не яйца. Нравится? Ой, это, знаешь, как называется? Ford F-350 Super Duty. Ну, что с его на стоянку? Ну, давай, пускай и стоит. Вот ой, это же Subaru VRX 98-го года. Она же новая модель. Ну, модель новая, но кузов старенький. Что кузов старенький? Ну, потому что сейчас уже более новые уже вышли машинки. О, это что за такой тигр? Это не тигр. Это не тигр? А кто это? Дай почитать. Это джип. Это Land Rover Defender. Double Cab. Представляешь? Да, красивый он разукрашен, да? Да. В каком-то камуфляжном цвете. Он, наверное, военный? Военный, конечно. Красивый, здоровенный. А это что за фургончик это такой? Это не фургон, а я наш печеньки возит. Печеньки он нам возит? Ну, здорово, здорово. Я люблю печеньки. А ты любишь печеньки? А я люблю мороженое. Мороженое, с собочки, а? С маком. С каким-каким? С маком. С маком? Да. Булочка с маком. Да. Вау, я тоже такие люблю. А еще я люблю, знаешь что? Сырок. Сырок? Да, да, точно. А я люблю мандарины. Мандарины? А ты чего еще любишь? Я люблю... Лимон? Лимон? Он же кислый. Ну, ты пьешь с чаем. А, ну с чаем вкусно пить лимон, да. А ты любишь чай с лимоном пить? Mm-mm. Потому что он кислый? Кислый. Ты с сахарочком любишь пить? Да. О. Это что, машина для девочек, что ли? Да-да. Розовая какая-то вся. Ну, что-то ты ее купил мне. Купил, подарил. Подарил, зачем? Мы же маленькие еще, мы не умеем покупать. Вот это мне нравится. Вот это красивое. Я тоже я. Это же Мустанг. Мустанг? Да, у ты что, ты что, не знал? Который был у Кирюши. У Кирюши был, да, такой? Да, мой бедят, который. Братик твой? Ничего себе. Ну, давай, давай, доставай следующую машинку. Ой, это какая-то прям совсем обычная машинка. ГТ. Это ГТ? Да. А почему она без стекол, без сидений даже? Ну, почему? Не знаю. Так произошло, да? Да, произошло. Ну, доставай следующую тогда. Ой, это ты прям совсем... Она что, пластмассовая, что ли? Да нет, не пластмассовая. Не пластмассовая она? Какая-то она странная машинка. Да не что. Зато у нее двери открываются, как ножницы. Как у Ламборгини. Как у Ламборгини, да, как ножницы открываются.
Ну, какую еще ты мне покажешь? Давай, давай. Вот, такую я люблю. Это же самый настоящий Nissan GT-R. Самый настоящий. Самый настоящий, конечно. Смотри, это какие. И бабушка покупала. Это бабушка тебе покупала? А мне бабушка тоже покупает разные машинки. Ты знаешь об этом? Знаю. Ой, а это какая-то у тебя в наклейках вся. Что с ней произошло-то? Ну, чтобы было круто. Круто? Ты колеса сам менял, что ли, на золотые? Да. Ну, здорово, здорово. Вообще, мне очень нравится. Лимонка. Это лимонка ты ее называешь? А как она по-настоящему называется? Почитай. Давай, почитаю. Еще твои машины. Она называется Austin Martin. Да, Austin. Винтаж. Да. Ну хорошо, хорошо ты сделал. Ну-ка, давай-ка, еще покажи мне какую-нибудь машинку. А, это что? Пежо. Пежо? На уточку похожа она. Не знаешь, Пежо. Пежо. Это какая марка? Не знаешь, Пежо. Понятно. Ну хорошо, катается. Да. Ставь ее на стоянку. Все, поставил. Поставил? Ну, вот это вот тоже здоровская машина. Да, зачем да. Ей такой большой спойлер нужен? Ну, чтобы круто. Это же все кьюсные машинки были. Да ты чего? Это же Mazda MX-5 мята. Мята? Мята, как травка. Видал, как она дрифтить может? Ту-ту. Ну, давай, давай, давай. Ну, что дальше? О, Бентли. Как Бентли? Бентли. Континенталь? Да, конечно. А какой у ней цвет? Да, золотой. Золотой? Я вижу, вижу. Ты же мой друг, ты мне должен рассказывать. Ну, пускай стоит на стоянке. Ну, вот экшен. Экшен? Да. Экшен 23? Да. Ну, здорово, дай посмотреть. Что ты такой невеселый совсем? Ну, ты вот. Что, мороженое не съел сегодня? Съел, конечно. И тортик съел? Да. О-о-о. Ну, тогда доставай следующую машинку. Не, я еще... Вау, это же самая настоящая итальянская машина, Ламборгини. Да-да-да-да-да! Ламборгини Мурсилаго LP670, да, представляешь? Представляю, мой Жоник, друг. Да. А ты знаешь, что я живу в воде? Да-да. Ага. Я... А в воде? Плавники. Плавники? Да. Да, у меня и хвост есть. Это что у тебя за машина такая? Да, это же военная писька, я военная. Нива? Нива! Ничего себе. Ну, давай следующую тогда. Вау, это что за кузнечик? Не кузнечик. А как ее зовут? Ты давай. Знаешь, что такое? Если я хочу что-нибудь говорить, ты знаешь, то богомолы едят насекомых, а скипионы едят, убивают мух. Да? А, и это кто получается? Богомол машина? Да. Ничего себе. Ну, здорово, здорово. Скорпион. А покажи скорпиона. Вот это будет скорпион? Да. Ничего себе. Сколько он мух съел? Много. Много? Да. Больше, чем богомол? Больше. Ой, а это что такое? Ламборгини. Опять Ламборгини? Да. Кабриолет? Ты еще у меня покупаешь. Правда, что ли? Да. Я думал, ты их находишь под кроватью.
Давай, доставай следующую машинку. А эту я пока поставлю на стоянку. Давай, это будет у нас последнее сегодня в нашем обзоре. Это что, машина Халк, что ли? Халк. Она трансформируется в Халка вот так вот. Бро! Да. Так. Кия! Кия-кия делает? Да. Ничего себе. Ну, здорово, здорово. Hot Wheels это? Да. Классно. Вот такой вот у нас сегодня получился с тобой обзор. Да? В следующий раз мы продолжим смотреть на наши новые машинки. И старые тоже. Да, Лёва? Да, Лёва. Ух ты. Ладно, давай прощаться с друзьями. Пока. Пока-пока. Хлопай руку. Пока. Давай. 3, 2, 1. Ура!